Всем привет, с вами Игорь. В этом видео хочу показать вам процесс создания рамки из толстостенного алюминия. Видео будет из разряда задача, решение, результат. В общем, должно быть недолгим, но интересным. Устраивайтесь поудобнее, погнали. Рамка будет из такого алюминия. Мне его предоставили, марку не сказали. Это алюминий 80/40, стенка 4 мм. В общем, я тут уже немножко его подготовил. Сделал такие запилы под 45 градусов при соединении. Получится, естественно, угол 90. Для пиления этого алюминия использовал вот такую торцовочную пилу метабовскую. Этой пиле уже более 7 лет. Так, модель этой пилы называется вот так, КС-216, буква М. Для пиления существуют различные диски по алюминию, по композитным сплавам, но я использую вот такой родной диск, он уже неоднократно перетачивался. Это диск по дереву. В общем, следует понимать, что данный диск не предназначен для алюминия, поэтому заглубляться нужно постепенно. В общем, можно пилить, но на свой страх и риск. Также для того, чтобы проварить вот такую 4-миллиметровую стенку, нужно снять немножко фаску. Делаю это обычным лепестковым диском, фракция 40. Снять надо будет оксидную пленку, для этого можно будет использовать вот такую вот щетку с волосинками из нержавейки. Кстати, они есть у компании G-Tool. Либо же шуруповерт вот с такой портщеткой. Тоже волосинки из нержавеющей стали. В общем, вот такая вот задача. Для того, чтобы понимать, как проварится алюминий, будет ли провар, советую взять аналогичный материал, сделать точно такое же соединение. И методом подбора режимов можно подобрать именно тот режим, который будет более всего соответствовать и подходить вам для выполнения ваших задач. Так, вот этот сварен на 200 амперах при полностью выжатой педали. Этот же на 150. Сейчас покажу, как все это дело происходило. Включаем блок водяного охлаждения. Также включаем сварочный аппарат. Буду использовать сварочный аппарат Groyers WSME-200 Pulsatic Welder. Кстати, на него есть обзор, ссылочку прикреплю. Кому интересно, посмотрите. По настройкам. Предпродув 0,2 секунды. Сварочный ток у меня будет управляться с этой педали. Методом подбора буду ограничивать ток в 200 ампер и в 150. Сейчас у меня стоит 150 ампер. Постпродувка на таких токах 4 секунды мало. Буду увеличивать, поставлю 10. Баланс полярности 32. И частота переменного тока 50 Гц. Управление с педали. Выставил 150 ампер максимум. Баланс полярности 32. Частота переменного тока 50 Гц.
Вот вы сами видели, что получается при тех параметрах, которые я вам только что показал. В общем, есть от чего оттолкнуться. Сейчас выставлю эту рамку, поставлю прихватки и все это дело проварю. И сейчас вам покажу, как это все будет дело происходить уже на заготовке. Объясню. Это когда начинаешь проваривать такие маленькие детали, они начинают быстрее прогреваться, и тем самым процесс варки немножко как бы проходит быстрее. Сейчас детали будут длиннее, поэтому тепло будет больше распределяться. И здесь, если мне хватило 150 ампер, на заготовке я увеличу до 170, для того, чтобы можно было в каких-то участках больше нажимать на педаль, тем самым больше давать тепловложения. Также попрошу вас написать свои предположения в комментариях, как вы думаете, что это за материал и какой бы присадочный пруток и марку использовали бы вы. Оставляйте свои комментарии с мыслями и предположениями. Сейчас подготовлюсь и продолжим. Так, сейчас подготовил. Вот такое соединение получается. Проверил диагонали, все дело закрепил. Зазорчики. Сейчас поставлю прихватки, поверну на другую сторону и буду проваривать. Получается, и внутри примерно будет вот такое же проплавление.
Вот такая вот недолгая работа, такая рамка получилась. Вовнутрь, естественно, не заглянешь. Я же еще раз повторюсь, что всем советую брать подобный материал, свариваемые детали, делать такое же соединение, и методом подбора параметров вы уже будете понимать, какие швы у вас будут в изделии. Не всегда бывает возможность получить точно такой же материал, который вам предоставляет заказчик. Примерные настройки я вам сейчас сказал, то есть у меня было управление с педали, можно ограничивать ток 150 ампер, можно увеличивать до 200. Баланс полярности 32 единицы, герц 50, то есть чем меньше герц, тем позволит вам лучше получать проплавление в материале. То есть это толщина 4 мм. Также надо понимать, что если бы здесь были какие-то перегородки, то есть масса всей детали, она бы прогревалась по-другому, и процессы сварки, они бы немножко проходили, так скажем, в разных режимах. Был бы это лист, там надо было где-то ускоряться, где-то наоборот замедляться. Поэтому рекомендую всем использовать педаль. Педаль дает такую эластичность управления аппаратом. При сварке вот этого шва косвенным признаком того, что у вас есть проплавление, если обратите внимание, когда в момент подачи прутка ванночка немножко проваливалась, это есть тут косвенный признак того, что у вас будет проплавление. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч. Пока!